И снова здравствуйте. Сегодня снова Гран-Туризмо, гонка C. И сразу покажу свои настройки. Вот так они выглядят. А то все спрашивают. Ну, некоторые, ладно. Вот. Трасса у нас Испания-Каталуния с износом резины, с расходом топлива. Так. И стартовать будем на жесткой резине. И после четвертого круга уйдем на смену на мягкую. Не нравится мне эта гонка, честно, не нравится эта трасса. В группе 3 вообще печаль, это Аталанта. То есть, она, я считаю, ну, та трасса вообще не предназначена для группы 3. Вот. Есть хорошие новости. То, что, возможно, в следующем году, где-то летом, можем увидеть Assetto Corsa 2. Так как я поиграл в первую часть, ну, в 2014 года, в Стиме, через DualSense. И могу сказать, мне прям понравилось. Управление сложнее, но значительно интереснее. И игра дружелюбнее, ну, дружелюбна к геймпаду. И я думаю, если они интерфейс еще тоже подружелюбнее сделают, то Assetto Corsa 2 может отнять часть аудитории у Гран-Туризмо. Ну, прям, мне кажется, вполне возможно. И, честно говоря, уже хотелось бы увидеть какого-то полноценного конкурента, так как, ну... Я не считаю то, что Гран-Туризмо офигительно развивается. От спорта я особо разницы не вижу. А насколько мне известно, плюс еще движок, кажется, еще от пятой части. Но это не точно. Так, погнали. А еще я поражен, конечно, новой Mazda 3, которую ввели, которая опять стала топом на переднем приводе. То есть у нас сначала Сильвия доминировала, теперь трешка. Попробуем ехать стабильно, так как я уронил в рейтинг безопасности до категории Б. А еще что-то какие-то очень штрафы здесь жесткие. Вот прям очень жесткие. Особенно за питлейн. Ну и за питстоп. То есть заезжать надо правильно, потому что на выезде тогда тебе дадут сразу штраф 3 секунды. Сейчас я тоже, походу, получу. Ой, извини, извини, извини. Ну, меня тоже кто-то поддел. Блин, чувак вообще на Сирокко едет. Я не понимаю, как он с ним здесь справляется. Просто такие тут сложные повороты, прям резкие, и на переднем приводе. Это, мне кажется, не очень легко. Очень даже все как-то выглядит дружелюбно и аккуратно, более-менее. Ну, относительно. Да? Да хорош.
Ну быдло, просто быдло. Такое ощущение, что сейчас будем раскладываться в следующем повороте. Чувак, извини, но просто не хватило тормозного пути. Немец все-таки ушел на сырке. Я решил пораньше нажать тормоз, потому что ну, рейтинга и так безопасности уже нет. Мне хотя бы просто стабильно откатать эту гонку. Что-то жуткое творится впереди. Опять ты. Допустим. Ой, как хорошо-то вышли. Может, догоним. Может еще один круг на этой резине протянуть? Потому что мягкая здесь уходит очень быстро. Рискнем.
так жестко-то, ну? Как плотно. Здесь хорошо выхожу, но этого не хватает, к сожалению. Ну, чувак, вот тут уж прости. Сложно. А, это кто-то еще на мягкой ехал. Ну, в принципе, 5 кругов, в принципе, логично. На 6-м круге она прям уже мертвая. Ну, какие же долгие тут эти проезды по питлейнам. Наконец-то штраф не дали за пит-стоп. Можно было бы поаккуратнее. Все, это штраф. Это штраф. А что-то мы как-то очень далеко плетемся, да? Да ладно, поаккуратнее. Ну окей. Я поехал дальше. Офигеть, до лидера 50 секунд, серьезно? Чисто мы его обошли. Еще бы эту троицу догнать бы.
Кто же вы такие все медленные-то, а? То ли он еще на жесткой резине. Очень на это похоже, на самом деле, то, что на мягкой стартовал. Так, давай с тобой будем поаккуратнее, друг. Настолько же нагло. Вот сейчас можно будет попробовать. Немец, похоже, тоже на мягкой резине. Пока тактика зайти на пятом кругу и поменять на мягкую мне нравится. Что же я все в вас упираюсь-то, а? То ли он меня пропустил, я не понял. Прям потно.
чувак, вот этого я вот... Вот это прям некрасиво было. Я аккуратно тебя обходил. Охренеть, в топ-4 зайти. Это прям... Очень хорошо в этой гонке. Это прям действительно достойно, я считаю. Особенно, ну, достаточно, ну, было грязновато. Так, ну что ж. Еще раз всем спасибо, кто подписался, кто подписывается, кто смотрит. Извиняюсь, что так долго не было. Вот. Всем пока.